Всем привет, ребят, на моей маленькой аквариумной ферме. Ну и очередной день наступил. Сейчас вот приехал рыбку покормим и немножечко подменим воды, так как сейчас покажу, что фильтрация не справилась. Надо заменить воду, чтобы рыбке было получше. Всем приятного просмотра, хорошего дня и вот такого настроения. Немножко, ребят, придется поработать. Думал, приеду рыбку покормлю и поеду дальше чистить эти камни. Промывать это времени занимает много, но смотрю, забыл я вот сюда вот установить распылитель. Рыбка питается воздухом. Здесь надо воду подменить. И хотел вот это вот все убрать, конечно же. И вот здесь что-то вода как молоко. Сейчас этим всем делом займемся. И, конечно же, надо здесь установить розетку. Вот здесь внизу надо установить розетку, потому что надо завтра привезти сюда аквариум. И сейчас этим делом всем, ребят, и займусь. И забыл главное, я же привез рыбку. Вот эта рыбка сейчас пойдет жить у меня вот в этот аквариум. Вода здесь очистилась, стала прозрачная, кристально чистая, а то вчера было как молоко. И запустим сюда рыбку, вот эту вот. И, ребят, конечно же, не без потерь. Были у меня два лабео, жили они в себе, жили, а я бочку не накрыл. И пришел с утра и смотрю, они на полу валяются. Ради интереса я вскрыл брюшко. И была одна самка, а второй был самец. Как ни печально, но рыбка пропала. Ничего страшного. Я ее и не планировал, в принципе, размножать. Но было бы круто, если бы она просто бы плавала в этих аквариумах. Ну и занимаемся первым делом. Высаживаем рыбешку. И, ребят, запланированную работу я сделал. Потому что розетки я установил на свет, только осталось скрутить вот эти все провода в коробочку и проведем их дальше. Также, ребят, творится полный хаос. Полнейший. Вот что-то творю, не знаю, что сам. Здесь установил дополнительную помпу, так как не справляется аэрлифтик с таким количеством рыбки. Здесь установил аэрлифт, потому что вот сомики воздуха требуют. Вода здесь теплая, примерно 27 градусов, 28. И кислорода в воде мало, вот они вот мечутся. Также вот меченос сам установил, потому что вода мутная. Капитально мутная вот в этом аквариуме. И установил аэрлифт, возможно, что-то да и поможет. Дальше здесь высадили рыбку. Да, высадил рыбку, рыбка себя чувствует хорошо. И я думаю, это все дело устаканится и будем мы любоваться этим аквариумом, так как он мне очень нравится. Вот именно вот эти вот, ребят, коряги. Вот эти коряжки совсем просто шикарные. Вот излишки растений надо будет повысаживать куда-то. Еще есть много растений, которые надо высаживать, ребят. Также вот рыбка просится на нерест. И вся остальная рыба чувствует себя очень даже хорошо. Температура стабильная, малечки все подрастают. Вот как можно видеть барбусня, смотрите, какая прикольная и прекрасная. Очень даже интересная. Вот видите, Данюшка зеленая, бракованная, без плавника заднего, все слипшиеся. Есть такой малечек здесь, но он не выживет, это по-любому. Также и вот эта тернеция уже вот подросла за то время, которое мы занимаемся переездом. Это хорошо. Также и вот эта тернешка чувствует себя прекрасно. И
немножечко гурами желтых. Подкармливаю, все хорошо и все прекрасно. И здесь вот тоже водичку подменил, так как вода как молоко. Вот этот лифтик маленький не справляется с этой рыбкой, так как вот этот справляется идеально. Также и здесь подубрал, но они снова вот так накакали, ребят. Но не без этого. И творится, как говорю, полный хаос. То там надо что-то сделать, то там надо что-то сделать. Но на сегодня план выполнен. Вода подменена, где надо было. Где не надо, не трогал. Потому что вот и еще одна особенность, ребят, которые аквариумы с грунтом хотя бы наполовину, биология отличная. А вот этот нет, не тут-то было. Но ничего, тоже грунтика подзаставим, но это все в будущем, так как надо быстрее переехать. И, ребят, еду сейчас на ту маленькую разводню и буду промывать камни. Это, конечно же, неинтересно, но если промою, так и покажу. Потому что что-то я подустал. Но план выполнен. Ну и помыл я, ребят, камушки. Хотел завтра перевести один аквариум, тот, что вон там был. Но, ребят, не получится, его тоже надо ремонтировать. С одной стороны стеклышко отошло, но на всякий случай надо проклеить полностью. И вот два аквариума на ремонте. Скорее всего, завтра я их отремонтирую и по возможности отвезу. Но не отвезу. Будем ремонтировать этот и этот аквариум. И уже будет стоечка, ребят, подготовлена к переезду. Так как вот это все можно разбирать. Возможно, нет, завтра не будет времени, но возможно что-то и разберем. И осталось два аквариума. Здесь и один в доме тоже хочу забрать на разводню. Потому что нету времени за ним следить. А на разводне уже будет, так сказать, комплексом. И на сегодня работа окончена. Как можно видеть, во дворе темная ночь, как всегда. Но паника паникой, хаос хаосом, а работа делается. Понемножечку, по чуть-чуть. И в скором времени эта стойка будет на маленькой аквариумной ферме. И, ребят, работа окончена. Еще один день и немножко работы сделано. Уже глаза сами закрываются. И как-то так. С вами был Александр. Всем приятного дня, хорошего настроения, удачи и пока.